Давайте эту историю с судьями закончим на прекрасной ноте. Оказывается, у Рустема Матиакупова есть подарки для команд. Да. Неожиданно. Наоборот, судья подкупает игроков, а не наоборот. Да, желтые и красные карточки сейчас всем раздаст. А вы обратили внимание, он с ежедневником пришел. Что же он там пишет? Это речь была там? Это моя судейская форма. О, кстати, мне надо будет сфоткаться в судейской, потому что также у меня эта история точно. Окей, будет ваш автограф. Да. И также это значок Федерации футбола Казахстана. Знак благодарности за то, что вы приехали. Это не хлопцы, давай.